опасно, говорит, фитиль короткий. Кто слышал этот бородатый анекдот, тот знает. Какой? Ну, правда. Ах, пипка, пипка. Короче, в бане моются два пацана мелких. И видит дядька толстый, очень такой тучный, моется тоже. Один к нему подходит, ну, вернее, вдвоем к нему подходит, говорит: дядя, что у вас в животе? Он говорит: бомба. Ну, они от него отходят так и совещаются шепотом. Говорит: слушай, говорит, давай, давай рванем, говорит его. Говорит, друг говорит: нет, опасно, фитиль короткий.